мы в Пятерочке. Вот спрашивали про эту кашу. Нет, вон, смотри, кран нормальный. А, смотри, тут что-то да. Пролилось. Да, вот, смотрите, вот льняная каша. Вот. Вот, продается в Пятерочке 116 рублей. Сейчас она стала стоить. Была 99, да? Нет, была. Ну, 90 где-то, да? 99, вторая цена в нее. Ну, со скидкой, да? А первая. Ну, короче, 117 рублей. Это 116,99. Вот где вот эти все. Вот семя льна здесь продается. Наверное, где здоровое питание, что ли, да? Где отдел? Ну вот. Скорее всего, ищите в этом отделе. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Я на кухне готовлю. Всех вас с праздником, с прошедшим праздником. И сегодня у нас радуется, но видео выйдет на следующий день, поэтому, ну, как-то так. Ну, и с будущими праздниками, Днем Победы, конечно. Май у нас богат праздниками. Поздравляю вас со всеми праздниками. Сейчас покажу, что я готовлю. Вот здесь у меня жарится лучок. Я хочу поджарить куриную печень. Вот купила куриную печень. Сегодня у нас на ужин будет. Сегодня день поминовения усопших. Он посвящает кладбище. Ну, мы, правда, на кладбище вчера ездили. Сегодня так вот дела у нас. И ну, сейчас приготовлю ужин. Конечно, помянем, сядем за ужином, по стопочке выпьем, помянем близких родственников. Это как у нас здесь у меня жарится курица. Вот, завтра мужа на работу. Я признаю, не жарю курицу. Это я, она такая желтенькая, ее посыпала хмелью-сумелью и куркумой. Куркумой, сейчас еще перчиком надо посыпать, еще потом чесночку добавлю. Вот, ну сейчас вот лучок здесь уже зажарился, сейчас я буду класть сюда печень. Ну, печень уже жарится. Вот так вот. Сейчас положу приправки какие-нибудь. В общем, травки разные. И потом сметану. И залью. О, может, дверь захлопну. Машинка стирает. Ну, там телевизор даже не слышно. Так плохо, когда машина в прихожей стоит. Раньше она у нас стояла уже в ванной. И что она там журчит, вообще ничего не слышно. Вот. Ну и курочка уже тушится. Оказывается, это не муж дверь закрыла, а это в спальне так грохнула дверь сквозняком. У меня там было открыто окно, и поднялся такой ветер именно в ту сторону. Здесь вот я смотрю, вообще тишина. Деревья не колохнутся. Главное, с той стороны. Вот. Ну, в общем, так. Ну, и вот такой вот стол у меня получился. Сейчас мы будем ужинать, помянем наших родных, ушедших от нас и близких. Всех, всем приятного аппетита, всех с праздниками и всего-всего хорошего.